Бокер Тов, доброе утро. У нас сегодня четвертый урок, понедельник, главе Торы, ТЦВ. Вчера мы разбирали жертву быка при вступлении в должность Аарона и его сыновей. Сегодня разбираем дальше. Значит, Всевышний сказал, чтобы принесли жертву барана. Одного из двух баранов приносим в жертву всесожжения. Зарезать нужно барана, окропить его кровью жертвенник со всех сторон. И рассечь надо тушу на части и сжечь. Вычесть, свежевать, все надо сделать и сжечь части. Наши мудрецы говорят, это делится на четыре части. Все сжигается на жертвеннике, это жертва всесожжения. Благоухание, приятное Богу. Шкура в данном случае не сжигается, она обычно достается коину, который эту жертву приносит. Теперь второй баран. Это мирная жертва при вступлении в должность Аарона и его сыновей. Режут барана. Кровью его опрыскивают жертвенник. И берут эту кровь и мажут правую мочку уха Аарона и его сыновей, Надава, Авиху, Элиазара и Тамара. После этого берут кровь и обмазывают большой палец правой руки и большой палец правой ноги каждого из коинов. И интересно, что одежды тоже окропить нужно кровью. Это преступление и должность. И после этого берется курдюк. И все жировые части, обе почки, жир, который над печенью, и грудобрюшная преграда, в общем, весь внутренний жир с курдюком, все вместе это. Моше ложит на руки Аарона и его сыновей. А грудина животного, которая предназначена для вступления в должность, достается Моше. В данном случае он коин. В данном случае Всевышний ему поручил работу коина, чтобы он посвятил Аарона и его сыновей. Значит, эти жировые части Моше берет с рук Аарона и его сыновей и сжигает на жертвеннике. После этого они считаются уже посвященными. Но мясо самого барана нужно сварить и есть прямо при входе в шатер откровения. Это Аарон и его сыновья едят при входе в шатер откровения. Так должны поступать коины во все дни при вступлении в должность. Коин будет 7 дней не отходить от шатра откровения или храма, как в дальнейшем, и будет приносить данные жертвы, будет выполнять все это 7 дней, и тогда он полноценно вступит в должность. Вот так вот. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Лев бен Шмуэль, Хаям Малка бат Йосиф, Мира бат Авраам, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бат Клара, Анна бат Ривка, Полина Перл бат Соня Сура, Женя бат Ида, Анна бат Елена, Евгений бен Софья, Двойра бат Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бат Двойра, Инесса бат Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бат Ита, за хороший шедух и здоровье Аарона Реб бен Двойра, за хороший дух Дниз бен Нахум, за хорошую работу Дниз бен Нахум. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч.